Всем привет, чуваки! Мы сегодня на охереть какой карте. Это мой друган Сникерс. Ну говори что-нибудь, так скучно. Короче, Сан-Андреас карта. Да-да-да, ничего удивительного. Мы теперь будем снимать обзоры карт CSGO, потому как существует очень много крутых. И первый баг, который здесь есть, это поехавшие двери. Они здесь как бы есть, но толку от них ноль. Абсолютно. А если сделать так? Не, по-моему, они не разбиваются. Они в текстуры просто открываются. Интересно, а новым клипом, если долететь, там будет что-то? Не-а. Потом полетаем. Ладно, погнали. В общем, осмотрим. Ты, короче, будешь играть в роли СиДжея, я Биг Смоука. Не, ты не... А, ну да, ладно, ты жирный. Жирный, ты сам же... Ой, дробан нашел. А что он тут делает? Ну, как бы, он всегда тут лежал на карте. Я так понял, места закупки здесь нету, здесь только так, ого, лагает. Слышь, ты зайди, смотри, какой ебан. Да, я сейчас пойду. Ох ты, что-то долго сюда забираться. Это, короче, это, СиДжеевское гетто. Слышь, что-то, по-моему, высота большая. Ты что, упасть хочешь? Не фады, подожди. Тогда раунд начнется по новой. Короче, вот такой вот карта. Ну, если кто-то узнал хоть какую-нибудь часть из оригинальной игры, то это уже хорошо. Хотя оно слабо похоже. Чё, погнали ноуклипом полетаем? Погнали, включай, свечи. Сейчас. SVCS. Так, все работает, поехали. Так, я ну на что? Случай года пропишу и хочу что еще. Пойду в СиДжеевскую комнату посмотрю, она, мне кажется, работает. Нихера, работает! Я же тебе сказал, я так и знал, что она работает. Только там темно ужасно, ёлы-палы. Блин, я туда сыкую что-то заходить. Давай нет. Ты первый. У тебя фонарика нет? Блин, тут молотов надо купить. Это что, пушка? АВП! Нихера себе тут нычка. А, ты слышишь, это, короче, схрон какой-то. Что там делаешь? Смотри, тут такой АВП лежали. Офигеть. А, ну это даже тут по а сторонам. Ну стреляй! Это ты АВП стреляешь? Нет. А, это декойка моя. Тьфу, блин, я думаю, что за прикол. Так, окей, давай еще а раз. А ну-ка, вот эти карты тут, вот здесь что-нибудь в дверях будет открываться, нет? Не-а. Да вы что, издеваетесь, а? Значит, только СиДжеевский дом открывается. Так, но клип... СиДоджи Джонсон. А, кстати, а... Не, гараж. Гараж не текстурированный. Гараж? А что с ним? Как это... Да... Ну да. Окей, ну карта вообще маленькая. Хотя такая. Вот эти карты, эти дома, вот эти, раз, два, три, четыре, это дома бы доделал, как бы. А они же входили. Кстати, пойду на Big Smoke хату посмотрю, может, она тоже доделана. А, тут, мне кажется, нет, ОСГшка. Это, не, ее здесь нету, скорее всего. Так и пойдем. Да, ее нету здесь. Она дальше, ее просто там нету. А это что такое? Это ты М-ки покупал? Это вообще лежит начало, как бы. Да? Да. Офигеть. Ну, короче, чего такое? А двери закрываются, слышишь? А, кажется, можно их закрыть. Идиотизм. Та-да. Ого, сколько стволов. Ну, короче, такая вот карта довольно-таки интересная. Если доработают, вообще будет шикарно. GTA SA Alpha, так она называется. Вот такая карта. Так, ну что, все, да, пожалуй? Ну да, давай. Залетай на мост, короче. Прилетай к мосту. Сейчас, короче, у тебя сколько хп? По-моему, мост. Сколько тебе хп? 19. Выруби год. Сейчас эпично спрыгнем, короче. Все, готов? У тебя сколько хп? 48. А нет, ты не умрёшь. Ногу стрели. Все хорош, 28. Давай. Раз, два, три. I believe I can fly. Замедли потом этот момент. Ай, да ну. Ладно, все, всем пока.